С вами новости моего дома. Здесь только важная информация о вашем доме. Меня зовут Надежда Скрябина. Здравствуйте. Экономная или красивая? Какую посуду лучше использовать в офисе? Есть ли жизнь без мяса? Всем ли подходит вегетарианская еда? Еда из пробирки. Каким будет обед будущего? Мой дом и все о нем. Работа работой, а обед по расписанию. Важно не только, что мы едим, но и из чего. Поговорим о том, какую посуду выгоднее и безопаснее использовать в офисе. Долгие споры насчет использования одноразовой и многоразовой посуды в офисных помещениях разделили людей на сторонников и противников. Плюсы многоразовые, по мнению одних, в долговечности и экологичности. Но тут стоит заметить, что ученые доказали наличие вредных бактерий в микротрещинах старой посуды такого типа. Другие же не признают одноразовую за токсичность выделяемых веществ при нагревании. Но стоит понимать, что не всякий пластик одинаково ведет себя при высокой температуре. Одноразовая посуда применяется повсеместно – в организациях общественного питания, на офисных кухнях и в столовых. Чтобы правильно подобрать посуду, необходимо знать, какую можно нагревать, а какую нельзя использовать для горячих продуктов. Делая выбор в пользу одноразовой посуды, в первую очередь проследите, чтобы на ней был знак качества и номер сертификата. Такой номер должен быть указан на упаковке или специальном вкладыше. Впрочем, самые свежие работы на эту тему показали, что для наступления вредных последствий нужны такие дозы, которых все-таки невозможно получить в реальной жизни. Бояться пищевого пластика нет причин. Надо лишь соблюдать инструкцию, применять только такую посуду, на которой есть значок «ложка с рюмкой», а также следовать указаниям производителя. Можно ли данный контейнер ставить в морозилку, греть в микроволновке, до какой температуры его позволено нагревать? Еще одна страшилка – то, что нельзя пить воду из пластиковых бутылок, полежавших на солнце. На самом деле, чтобы начались хоть какие-то выделения, такую бутылку нужно как минимум расплавить. Таким образом, при выборе офисной посуды нужно пользоваться правилами здравого смысла, а именно проверять соответствие посуды температурным нормам в случае с одноразовым и периодически обновлять набор посуды при выборе многоразовой, не экономя на этой статье в ущерб здоровью. И тогда ваше питание на рабочем месте будет безопасным. После новогодних праздников я всерьез задумалась о том, чтобы отказаться от тяжелой пищи и вспомнила про вегетарианство. Но всем ли полезен отказ от мяса? В настоящее время отказ от мяса становится все популярнее. Кто-то переходит в вегетарианство по духовным соображениям, а кто-то считает, что растительная диета поможет избежать многих заболеваний. Давайте разберемся, все ли так однозначно. Вегетарианство – это питание растительной и молочной пищей с отказом от пищи животного происхождения. Веганство же исключает не только мясо и рыбу, но и яйца и молочные продукты. К положительным сторонам питания без мяса можно отнести большое потребление клетчатки. Эти компоненты очень важны для организма, именно они ускоряют работу кишечника и не дают ему застаиваться. Многие вегетарианцы отмечают, что с отказом от животной пищи они стали гораздо спокойнее. Этот эффект связан с обеспеченностью организма магнием. Он оказывает благотворное влияние на нервную систему. Калорийность рациона у веганов чаще всего ниже, чем у мясоедов. В результате этого снижается риск набора лишнего веса и развития сахарного диабета. Также растительная пища более богата марганцем, медью и хромом. Они играют важную роль в регуляции содержания глюкозы в крови. Но резкий переход с традиционного питания на веганство может повысить уровень стресса. Вегетарианское питание рекомендуется на краткосрочный период для восстановления здоровья. К отрицательному воздействию вегетарианства можно отнести дефицит витамина В12. Он практически полностью отсутствует в растительной пище. Другая проблема – снижение плотности костной ткани. Из большинства растительных продуктов кальций усваивается хуже. К тому же он не перерабатывается организмом без витамина D, а растительные продукты содержат его совсем мало. Также вегетарианцы находятся в зоне риска развития анемии. Благодаря веганству снижается потребление холестерина. Он содержится только в животных продуктах. Избыточный холестерин не может найти место в тканях и подолгу циркулирует в кровеносных сосудах. Это повышает риск развития атеросклероза. Составление рациона питания – задача непростая и требует консультации у специалиста. С каждым годом население планеты увеличивается, еды требуется все больше. И ученые уже сейчас стараются решить эту проблему. Готовы увидеть еду будущего? Поводов для беспокойства на самом деле мало. Даже если какой-то продукт вдруг станет дефицитным, мы обязательно найдем альтернативный способ его производства. Только представьте, даже мясо уже научились выращивать в пробирке. Поэтому, если вы отказывались от мясных блюд из-за этических соображений, то теперь можно быть спокойным. Для производства такого продукта ни одно животное не пострадает. И если верить прогнозам, такое мясо может стать основой нашего рациона уже к 2023 году. Но что оно из себя представляет и безопасно ли его есть? Технология производства такой говядины следующая.
Да, это настоящая говядина, только получена она искусственным путем. И вечные генной инженерии или клонирование. Мы не трогаем ни ДНК, ни РНК. Работаем исключительно с тканью. Наша задача заключается в том, чтобы она многократно продуцировала сама себя. У теленка мясной породы берут несколько граммов мышечной ткани, из которых выделяют несколько клеток. Миобласты, которые представляют собой строительный материал для мышц, и фибробласты, которые являются основой будущего каркаса ткани. Эти клетки помещают в специальную питательную среду, в которой содержатся аминокислоты, витамины и прочие вещества. И там ткань начинает расти вполне естественным образом. Так получается, что всего за 2 месяца можно будет вырастить такой же объем мяса, который обычная корова на ферме нагуливает около 2 лет. А стоит такая говядина будет примерно 800 рублей за килограмм. Только вот все ли россияне готовы его покупать? В рамках опроса, проведенного аналитическим центром, каждый 4-й потребитель готов включить его в свой рацион, если оно не навредит его здоровью. 13% отмечают, что для них решающим фактором будет вкус и вид такого мяса. Еще столько же готовы покупать его, если цена не будет выше натурального. Для остальных же ключевыми факторами станет прозрачность производства и понятный состав. Сейчас мы узнаем о самых интересных и важных событиях, которые происходят в мире. А после я расскажу, где теперь находится перекресток 5 дорог и зачем памятнику 70-метровая борода. НАСА отложило возвращение SpaceX Cargo Dragon с Международной космической станции ввиду неблагоприятных погодных условий во Флориде, где планировалась его посадка. По сообщению ведомства, сотрудники космического агентства в данный момент оценивают прогноз погоды, чтобы определить следующую возможность для возвращения корабля. На реке Парица в Гатчинском районе Ленинградской области распустились удивительные ледяные цветы. Такое редкое природное явление возникает на льду водоемов из-за разницы температуры воды и воздуха. Чудо-цветами можно будет любоваться всего несколько часов. Позже мороз сделает лед равномерным и одноцветным. Крупнейший в мире фестиваль льда и снега в Харбине открыл свои двери для посетителей. На площади парка около 600 тысяч квадратных метров расположились свыше 2000 ледяных скульптур, включая копии известных достопримечательностей мира. В предыдущие годы Харбинский фестиваль привлекал миллионы туристов. В этом году многие мероприятия были отменены из-за пандемии COVID-19, а количество посетителей сократилось. Скульптор Алексей Кашанов, известный также под творческим псевдонимом Панкрат, создает произведения искусства из металла в стиле стимпанк. Для работы Алексей использует самые простые инструменты – электросварку, болгарку и молоток. Скульптор принимает активное участие в городских выставках, а в конце прошлого года его работы экспонировались в Музее современного искусства «Эр-Арта» в Санкт-Петербурге. 13-летний Андрей Маслов из Иваново собирает кубики Рубика и создает из них масштабные художественные полотна. Андрею нравится создавать портреты своих любимых киноперсонажей, а также изображения спортсменов, в частности, знаменитых бегунов, так как подросток тоже увлекается бегом. В ноябре прошлого года юный Иванович попал в Книгу рекордов Гиннесса, пробежав 100 метров за 20,91 секунды, собирая при этом кубик Рубика. Ежегодный подсчет количества животных стартовал в лондонском зоопарке, так как учреждение закрылось из-за новых ограничительных мер. Обычно у сотрудников зоопарка уходит около недели, чтобы провести перепись всех животных и предоставить новые данные для продления лицензии. В связи с падением доходов, часть которых шла на природоохранные мероприятия, зоопарк начал проводить кампании по сбору средств. На выезде из Челябинска появилось сразу 5 необычных автодорог. Вот только проехать по ним на машине у вас не получится. Зато выглядит это творение очень красиво. На въезде в Челябинск установили новую стелу. Теперь гостей города и горожан будет встречать большая надпись «Челябинск», за которой 5 автодорог убегают за горизонт. Как сообщили в Комитете дорожного хозяйства, композиция символизирует 5 въездов в город. Въезд по Бродо-Калмакскому тракту, где установлена теперь стела, а также по Новоградскому, Троицкому, Уфимскому и Свердловскому трактам. Помимо стелы, у аэропорта благоустроили сквер для прогулок. На его территории установили декоративные туннели, новые урны, фонари и скамейки с гравировкой «Челябинск». Также были облагорожены автобусные остановки. Мы достаточно продвинутый регион, у нас много инициатив, проектов. В топ-100 форума различного рода проектов, которые отсматривались экспертами, вошли несколько наших проектов. Причем очень важно и ценно, что так или иначе они связаны с текущей ситуацией. И мы активно поддерживаем такого рода проекты. На участке от Бродо-Калмакского тракта до аэропорта проведены работы по благоустройству остановок. Были установлены пандусы с лестничными сходами, лавочки и урны, как пояснили в Комитете дорожного хозяйства Челябинска.
В нашем городе десятки памятников, но только один может похвастаться новогодним нарядом и роскошной бородой длиной 70 метров. Памятник «Сказа об Урале» у железнодорожного вокзала в Челябинске нарядили в костюм Деда Мороза. На скульптуру с помощью подъемных кранов водрузили шубу. На голову натянули гигантскую шапку, а еще приладили бороду длиной 70 метров. Украсить памятник решили представители компании «Интерсвязь». По словам представителей, любой желающий также может загадать желание под гигантским Дедом Морозом. Конечно, от него только добро. И чтобы всем было хорошо в этом году. Для этого нужно написать желание на бумажке и привязать к бороде, которая тянется до асфальта. Говорят, что кафтан и борода хранились в Великом Устюге, поэтому зарядились волшебной силой. Организаторы предлагают горожанам привязать к бороде ленточки с желаниями, которые обязательно сбудутся. Кстати, памятник «Сказа об Урале» уже не первый раз наряжают в костюм Деда Мороза. Эта идея появилась около 10 лет назад. Таким образом, в 2009, 2010 и 2011 году под Новый год скульптура тоже стояла в шубе. Вспомнив об этом, «Интерсвязь» решила возродить традицию, чтобы поднять настроение челябинцев и гостей города перед Новым годом. Время полезных новостей подошло к концу. В следующем выпуске мы подготовим еще больше нужной информации для вашего дома. Приглашаем вас стать соавторами наших сюжетов. Пишите свои комментарии, предлагайте темы. Аккаунты телеканала «Мой дом» в соцсетях указаны на экране.